Здравствуйте, товарищи. Приветствую вас в замечательной игре Yorker and Resource Soviet Republic. В прошлой серии мы с вами закончили строительство первой очереди моста к нашим строительным автобазам, строительным конторам, вернее, и строительным отраслям. В сегодняшней серии хотелось бы начать строительство контор строительных, а также попробовать продвигать в сторону нашего гравийного завода, так как у нас здесь идет строительство провода электрической сети, которая будет еще строиться, но не так быстро, как хотелось бы. Вот, допустим, сейчас посмотрим, давайте. Так, вот, как будто мы нажать. Да, вот так. Ну вот, еще 3667 трудодней. Так что, так, ну что, здесь получится, куда вы идете, вы можете идти сюда, а может полетить вот сюда, вот, потому что здесь я отдал небольшой кусочек, который идет к заводу, также подстройте все нашей дороги. Потом получается, здесь, когда будет дорога, я думаю, ну, это пока временная дорога, потом, когда у нас уже будут свои силы, мы сюда построим полноценную дорогу. Так, также спрашивается, за кадром я вот переделал здесь вот кусочек отдал под переделку, потому что мне не нравилось, как она выглядела. Она выглядела так убого, что было некрасиво. Ну то есть получается, она бетонка будет переходить в асфальт, что будет очень красивее на кольце. Ну, я думаю, настало также время начинать отдавать под строительство. Вот. Дорогу, так вот, ну, чтобы отдадим под строительство сразу. Так, давайте. Чтобы они быстрее потом ездили. Они так, как они сейчас ездят. Да, будем улучшать постепенно, чтобы нам в будущем здесь делать круговое движение. Так, давайте посмотрим, что еще у нас. Здесь у нас что? Также я думаю, так, давайте посмотрим, что. Электроники. Ну, очередей нету. Так. Так, поэтому пока нет смысла давать вклад. Здесь что, давайте посмотрим, что у нас по жилью. По жилью. Так, вот здесь еще 64 квартиры, поэтому пока здесь 10 и здесь 9, поэтому нет смысла пока пару лотков строительства домов. Нам нужно, что вот здесь получается отдали под строительство, вот уже построили. Так,
добьемся. Давайте вот строить отбьем, чтобы они строили тоже. Так, строить вот это вот. Вот это. Да, чтобы начинали строить. Отлично. Ну пока не приоритет. Такой, средний поставим. Все-таки у нас приоритеты идут вот здесь. Так, давайте посмотрим ЖД-контора. ЖД-контора нам тоже нужна, поэтому... До ЖД-контора у нас пока, к сожалению, посмотрим. Нет, почему? Может доехать? Так, ну что? Отдаем. Так, типа дорога ЖД-шки. А, сюда можно проехать только через город. К сожалению. Через город мы пока не заедем. Так. Давайте тогда что? В город дорога. Вот у нас идет по этому мосту, поэтому пока она только одна. Так. Ну что, построим тогда большую контору. Так, заодно давайте. Что у нас тут? Сразу поставим, чтобы флажок. Так, давайте тут посмотрим, все по лояльности тут у граждан. Так, ну, качество одежды 90. Спорт. Ну, люди, в принципе, всем довольны. Так, ну что, религиозные нету, пока уходить. Нормально, в принципе, пока. Так, ну что. Так, здесь что у нас? Вот этот участок еще не доделали. А что вам тут надо? Асфальт, трудодни. Как только достроят участок, начнем строить телевышку. Ну, возможно, но это не точно пока. Все-таки основные силы пока кидаем на строительство. Вот эти же крылья вот здесь вот. Где наш цементный завод? Да. Бетонный завод, ну, наверное, дровинный вот этот наш завод. И так же будем потом вот постепенно. Так. И давайте посмотрим, что у нас по электричеству сразу. Потому что водопровод я уже прокидывал за кадром. Точные воды тоже прокинул за кадром. Так. Ну, значит это. Надо делать так, чтобы вот это они идут. Так. Здесь нам, в принципе, ничего не надо затупывать. Так, ну здесь у нас где-то здесь стоит будка, наверное, так что. Здесь вообще есть электричество, вот она есть. Так, походу, что она запитывает. Так. Ну до склада не дотягивается, значит начинаем. Вот здесь одну поставим будку. Да, так. Здесь. Потом. Нужно, чтобы они не хаотично стояли.
Вот здесь поставить трансформаторную ручку. Так, пункт. Так. Так, здесь. Где еще? Так, ну вот здесь можно поставить, потому что тут дорога. Как она полетит к дороге? Так. Так. Вот тут варианты. Вот здесь. Так. Нет, здесь. Где у нас стоит тут? Так, где я тебя воткнул? Не вижу. Так, вот ты тут. Так, значит. Что нам? Вот здесь ты у нас все охватываешь. И вот эти участки нам тут нечего больше охватывать. Так, значит. Следующую участочку мы делаем где? Так. Что тут у нас? Так. Где? Так. Нет, а ну, давайте. Вот так тогда один. Ставим. Так, где что? Нет. Здесь не дорога. Ну вот здесь, да, я предлагаю. Все-таки. Поехать один. Вот так. Лучше вот так. Так. И где еще? Здесь город уже пошел. Здесь у нас свои трансформаторы стоят. Так. Да. Тут, по-моему, стоят. Да. Вот город. Ну и здесь вот надо тоже ставить, чтобы было. Да, вот так. Так, ну теперь давайте дорогу подключим к нашим трансформаторным пунктам. Так. Нет, это странно. Вот сюда это странно решили. Так. Ну вот как-то так. Вот так как-то. Так, к сожалению, по-другому не. Так, где еще? Вот здесь. Так. Развернем тебя. Давайте. Здесь что-то мешает. Да, тут. Тут у нас какие-то коммуникации стоят, поэтому давайте переделаем этот трансформаторный пункт. Так. Ну вот, хотя бы вот так. Так. Так, где еще? Так, ну и теперь смотрим, как и каким образом мы можем запитаться. Так, здесь у нас стоит распределительная будка. Это большая распределёвка. Так, здесь вот маленькие, но это вот мы будем запитывать нашу ЖД-шку. ЖД-шку запитаем.
так понятно, самолеты, так, едешку, так, значит, мы сделаем следующее. Пишем, сделаем провода, вот, и все выйдем. Ну, так же, наверное. Ну, попробуем, конечно, на землю опустить кое-где. Они дешевле будут, и быстрее строятся. Так. Вот здесь один провод есть. Так. Вот здесь. Так, значит, давайте оставим. Нет, мы, кстати, наверное, сделаем. Так, распределительный контур. Где можно, там подключим такие провода, а где нельзя, будем подключать. Так, здесь получилось. Здесь посмотрим. Можно ли что-то сделать так? Так. Никто у нас не хочет, ничего не ездит. Да, куда вы там должны идти? Так, а это, по-моему, большая. Нет. Сейчас мы уберем. Да. И куда запиталось? Так, убираем. Это большие провода. Они нам ни к чему. Да, немного. Тем более здесь уже стоит один разветвитель. Так. Вот он, вот где идет провод. Да. А мы куда-то не туда пошли. Так. Вот это можно. Ага. Не хочешь. Ладно. Идем другим способом. Убираем. Прокладываем под землю. Идем под землю. Так, что-то мешает. Вот так хотя бы. Вот так вот. Отлично. Вот так хотя бы. Да, соединилось все, отлично. Ну и теперь соединим сюда. Вот так вот. Да. Ну все, вроде здесь соединилось. Так, отдаем это под... Ну, смотри, да, так, что еще?
девичьего. Тут мы соединили. Девичьего. Провода. Так, ну а здесь мы соединим. Так. Вот и все. А здесь. И вот. Так, значит, у нас еще два. Ну, также давайте поставим ключ. Так, давайте подумаем, где его открыть лучше. Чтобы он не мешался нигде. Так. А давайте вот. Вот здесь козёл его и это. И воткнём, он тут хорошо встанет вот. Здесь мы также можем какие-то провода соединить. Так. Да. А те, которые будут там провода торчать, на там что-то будет пристраивать, он потом... Так. Я вот это вот. Вот так, отлично. И соединим. Вот это вот соединим. Вот так вот, так соединим, вот так, да. Вот, отлично. Так. Теперь. Вот этот провод. Вот здесь остался один провод, мы соединим его. Вот таким макаром. Так, сейчас даем это. Так. Так, теперь смотрим, что у нас тут есть. Здесь. Здесь все построилось, вроде как здесь. Так, нет, вот еще остался вот этот участок. И все, и у нас будет доступ. Отдаем под строительство. Вот этот наш участочек. Ставим здесь приоритет высокий. Так, что еще мы можем отдать под строительство? Так, ну вот это что-то. Ну, она еще под танцию. Вторая почему-то ничего пока не строит. Так. И давайте посмотрим, что у нас здесь творится. Вот этот. Ну еще 1300. Так. Хорошо. Вот это можно тоже отдать под строительство. Отдали. Да. Давайте. Так, вот этот участок. Тоже. Выходи. Тоже выходи. Так, выходим из этого режима. Смотрим, что здесь. Здесь уже. Все стройка. Так.
нас был. Так. Здесь у нас должен был построиться переход. Ну вот он уже начал строиться. Потом мы направим сюда людей, которые будут также помогать строительству этого здания. Так, а мы смотрим тем временем, что у нас. Здесь у нас работает. У нас еще останется тепловая централь протянуть. Поэтому мы займемся потом за кадром. Так что здесь. Дорогу так и не достроили. Так, давайте откинем и переназначим заново эту дорогу. Возможно, строй контора ее потеряли. Но пока ставим такое. Но она на высоком и стоит, а чтобы ее доделали. Она тут никогда не стояла. Комнатка мы еще давали участок под строительство для зоопарка. Так. Ну это тоже можно отдать. Давайте. Впереди с летом. Построим мы еще и зоопарк. Самое главное, это у нас, что вы были строители. Мы вернем больше стройконтора. А у нас уже тем временем население прирастает потихоньку. Так. Здесь мы тоже часто построили, это хорошо. Здесь тоже построили. Так. Ну давайте. Что мы сейчас сделаем? Пока мы ничего не сделаем. Здесь что? Вот это строили дорогу. И как только мы достроим вот эту дорогу, то сюда будет уже доступ. Потом уже при помощи этих контора будем достраивать дальше. Все сюда кто-то едет. Так, что вы тут строите? Здесь строится. Так, здесь. Вот, уже бетонную дорогу построили. Так, ну что? Так. Но, наверное, думаю, можно отдать. Под строительство. Так, давайте. Давайте вот. Вот так делаем. Так, вот это стоит, нет? Так.
давайте так делать. Сейчас мы, наверное, попадем на перевод, значит. Давайте еще раз попробуем. Ну, вот это вот отмена. Так. Вот это только можно снизить. Она нам пока не сама. Вот это вот второе тоже. Да. Выходи. 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 Так, ну и вот. А, нет. Вот давайте вот это вот построим. Выходи. Хотя бы вот мы поехали в машину уже. Это что, повторяю, давайте временную дорожку пройдем. Так. Временную дорожку надо пройти, чтобы... Отлично.
Здравствуйте. Вот так. Хотя бы. Вот так. Теперь мы делать можете потянуть. Так. Нет, пока не могу, не могу. Так. Ладно. А, ну да. Чтобы вы дотянулись, если... Так. Потом мы это давать еще, конечно. Вот так вот бежите. О, теперь достану. Пошлите. Да. Как нас построили. Здесь построили. Значит, мы можем отдавать подстройку вот эту контору. Отлично. Строит эту контору. Здесь у нас строится. Все тут провода строится. Три провода дня осталось. Вот тут 71, трудодин. Значит, подождем. Сюда начали выводить бетон. Вот поэтому да. Где поищем против. Это контора будет дальше строить, значит, вот 68 дней, трудодней. Так, дальше, что у нас? Где что у нас, дорога построилась, нет? Что? А что вам мешает туда входить? И начинать строить. Да. Университет. Ну что, исследуйте? Полупроводники тогда. Так, что вы строите? Да.
много чего, только почему-то все так медленно открывается. Наверное, потому что впереди зима. Ведь у нас работают. Так, пожалуйста, кто-то докуда достанет. Пожарка достанет практически. Ну вот до сюда уже она не дотянется, поэтому пойдет там. Там строят уже. Там идет своя пожарка. Это уже лэп закончили, посмотрим где. А, ну да. Вот это вот что надо зайти. И посмотрим тогда. На это будет подключать. Здесь у нас что? Давайте подземлю вернем. Посмотрим, это у нас. А вот это надо построить. Так. И от нее уже идут провода. Так. И нужно построить. А. Да. Я пока. Вот тут снова построили так. Вот это вот надо еще провода построить. Ну да, достроить. Где так же не построили. Так, вот здесь. Так, давайте. Так, все, идем подниматься. Идем просто построить что. Все, вот так, да.
там до этого хода он все вместе переработал себе вот работает. Да. Здесь еще тысяча, кто еще у нас тут продадил. Здесь. Так, ну вот сейчас сюда привезу кирпичи. Ахтанитка 441 трудодень. А когда людей подвезут, так, кирпичи на месте. Осталось 15 тонн кирпичей, 29 тонн досок. Здесь 275 трудодней. Так. Вот у нас построили тут города. Так. Здесь есть напряжение. И все. Вот эти вот холода надо построить. И вот это. Thank you.
недалекость. Там я буду пользоваться спокойно. Тишина, а это значит, что техника начнет просто двигаться. Здесь 423 года дня еще. Так, что у нас здесь? Здесь еще 20 минут дней. Два труда дня осталось. Вот, и этот я только не построили. Так, теперь давайте сразу отдадим дорожку. Относится к двойного завода. Так, довольно дальше будет вот это строиться. Вот сюда. Вот это. Так, куда везёт его?
на наши шахты. Здесь спасибо, что не надо дня. Так. Что у нас здесь? Так. Что здесь? 347 трагедий осталось. Так. Так, что у нас тут? Добавляется так. Здесь. Выводится потихоньку. Здесь. Ну тоже. Так. Все, вот это сейчас тут достроили. Давайте тогда. Вот здесь построим. Так, на улице. Выйдите хоть по одной и хочу. Так. Где у нас все еще строится? Ну вот сейчас, сейчас мы сделаем такое ячейка в строках. Легче перерабатывать, чем кого-то раньше делали. То есть люди с остановки будут ходить не только на месте перерабатывать сюда вот. И сюда будут бегать. Вот как это сейчас все делаем. Вот, здесь достроим. Так, ну что еще мы делаем? Мы берем. Люди уходят. Вот на этот сюда. И вот сюда. Вот сейчас походим. Пойдут сюда люди. Вот. Люди уже начали работать. Один человек, но вот уже двое работает. Да.
по холодам делать. Все холода тут стоит. Так. Так. Вот холод там не ходит, это я видел. Это вот здесь стоял. Еще это вода холодная. Где-то я видел, где-то так, ладно, мы сейчас не определим. Вот он, наверное, трансформатор не смог. Пожалуй, надо его отдать тоже. А, не выдержит. Так. Дорогу к нему сейчас протянем. Так. А к нему провода идут. Давайте посмотрим. Провод к нему. Так, там походу еще вот это не достраивать. Ну да, вот эта линия надо еще отстраивать. Так он сюда работал наш. Так, и ты идешь. Вот что-то еще. Распределительного устройства. Так работает. Так. И вот к этому. Как? А вот дух электричества работает у нас. Не будет. Здесь 920 вот этот день. Не поехала, а что мы можем сделать? Их ее в природе еще нету. Здесь что? Зоопарк начали строить. Так. Это тоже сейчас предназначено, так что мы побыстрее. Да, у нас много задач, они не... Здесь еще 195 трудодней. Так, дальше смотрим. Что? Здесь еще долго будет строить самосад 14 трудодней. Так, где все? Вот это все, все тут давайте построили, давайте вот это подтопим. Так.
54. Так, вот где 17 лет. Где-то 18, тогда где. Так, а Гудко, что мы не назначили? Давайте назначим. Да, это уже тоже 25 года где осталось. Так, и здесь. Вот что, главное, вот это что построили. Это пока не строят, но она у нас не в приоритете пока. Вот эти у нас пока в приоритете. Вот эти вот. Вот эти вот. Если ее строить, 300. Так, почему где-то? Дороги нету сюда. Так. Сюда тоже нету дороги, к сожалению, пока. Ну, это все. Угу. Кто-то 34 трога дня. Ну, как только завод построится, вот этот вот участок дороги начнем строить. Так. И нам нужно будет хранилище. Устроили тоже. Потихоньку строится. Так, что у нас дальше? Вот этот участок построили, давайте тогда. Сейчас давайте сделаем. Thank you.
Вот, здесь уже у нас одностороннее, так. И здесь... Торный пункт, то есть к нему протянуть дорогу. К этому трансформаторному пункту нам тоже надо будет строить эти виды. Так, а вода где? Да, надо отдать. А вот это, а уже построено или нет? Я что мало да. И этот провод тоже вторая. Да вот.
Ну, живот ее полный, мощность работает. Так, что у нас здесь? Построилась отлично. Теперь можно. Так, давайте, наверное, давайте сюда сейчас. Давайте. Вот это вот отведем под строительство. Движение идет. 451 продадим. Так. Здесь 83 продадим осталось. Так, давайте дальше посмотрим. Все. Здесь 20. Так, что там у нас за парк строится? Давайте глянем. Так, здесь есть рабочие. На рабочих это полинский не хватит. Мело. Все, давайте подходим к этому. Что у нас? Выживание 0, со средним выживанием 6, дети, родители, никто не живет. Это хорошо. Так. Это 8 труда дней. Так, здесь.
видеть также. Вот эту дорожку уже можно демонтировать. Она потому что тут уже не нужна. Мы ее строили для того, чтобы я походу можно так из мегапорта отдать построить все так наливаю можно строить когда давайте вот так вот. Ну,
Отсадки даже. Что-то дороги построили. Так, давайте отключим, что строить два. Сейчас достроят. Вот возьму вот это вот строительство. Ну и еще надо еще 8 трудодней ждать. Поэтому где у нас все еще происходит. 252 трудодня. Так, здесь что? Восемнадцать трудодней. Двадцать три трудодня. Задач. Вот. Да. Так.
здесь матку продавила, что матку. Ну вот, у нас получается построилась контора. Так, но она не подключена к источнику электроэнергии. Так, а мы убираем автопоезд. Подключаем автопоезд. И назначаем теперь. Это все убираем. Ладно, давайте я настрою за кадром. Так, ну вот технику я назначил. Так, технику берется, забирается. Так, и надо еще нам купить башню прям. Для этого мы сейчас зайдем. Так. Так. Посмотрим, где у нас еще есть. Они продвинулись. Так, здесь что у нас? Вот. У нас вот есть депо. Автоматик. Давайте задействуем его. Сейчас мы купим здесь парочку больших кранов. Башни экран. Ну вот и нас есть. Так, 60 работников, 70. Вот, давайте, наверное, вот, который за 70 перепутим. Так, и теперь назначим нашему грузовику, вот этому Болеславчику. Так, Болеслав, тебе работа есть. Едешь? Едешь на таможню. Здесь загружать, потом идти все, качать там. Ты едешь на таможню, загрузка техникой. И поедешь ты у нас, отгрузишь сюда. Выгрузка техники. Все. Отправляйте на маршрут. Так. Вот, и у нас есть места. Так. Но так как она не подключена к источнику электроэнергии еще, поэтому... Ну, давайте... Давайте назначим ему строительство, чтобы он быстрее построил нам вот это вот. Так, пускай строит вот это. Что еще мы не построим? Вот это вот. Вот это. Нет.
что еще мы найдем назначить ему, чтобы он это построил. Вот это. Вот это. Все, давай такой, давай тебя. Поезжай, приехал. Так, это в оленем стоунах. Ах, построился завод. Так. Завод построился. К электричеству-то подключен, нет? Так. Здание не подключено. Почему? Так. Почему не подключено в данную электроэнергию? Сейчас разбираться будем. Так, где-то все не построено. Вот это построено. Так, построено. Так, а почему? А, ну да. У нас не построено вот эта часть. Да. Так. Так, дальше. Вот такое дело. Кстати, вот этому заводу мы сейчас дадим быстро приводить. Это у нас будет. Также это третий контроль. Так, давайте. Чтобы третья контора не хвыртаивала, давайте мы ей также назначим то еще строительство. Так. Это вот надо отдать под строительство. Так, что тут еще? Вот это почему-то не получается. Так. Так, давайте тут
представителя. Это и так же. То есть три контора, что идет храм. Так. Так, сюда мы пока рабочих пока не отправляем, потому что... Угу. Так, теперь что? Отдаем под строительство вот этот храм. Так, вот это вот отдаем. Что у нас будет электричество? Так, что еще мы можем опять подстроить? Что? Так, ну вот этот мост у нас подведет к этой части. А у нас тут еще необходимо. Так. Вот до этого моста как нам добраться? Надо вспомнить. Так, вот этот мост. Ну да, этим мостом, я думаю, мы займемся уже. Не в этой серии, это точно. Так, может быть, в этой. Давайте начнем ее. Так, ну у нас просто деньги улетают, поэтому нам надо, чтобы... Что, все-таки это топливо выводилось потихоньку. Так. Здесь мало населения, рабочих. Да. Так, нам нужно ночь. Это из-за того, что у нас тройка идет. Так, давайте. Давайте пригласим обезьянку. Здесь хватает. Здесь максимум, здесь максимум. Ну да. Так. Ну и нужно тогда что делать? Так. Чтобы людей было побольше все-таки.
но все-таки три конторы по этому. Нам попробовать вот все. Мы так строим. Так, ну может быть нам. Может это будет. Да, это стоит. Давайте так. Было предложение закупать камень и дома перерабатывать. Ну, то есть, значит, ну зачем, если мы сейчас. Я думаю, мы сейчас скоро построим. Вот мы построим. Здесь. И откажемся уже тогда. Откажемся тогда от гравия. Закупного. Если надо. Так, еще. Сколько? 44 труда дня. Электричество ПВП. Как-то не... Источник доход мне указали. Источник доход. Дохты. Давайте посмотрим. Дохты у нас находятся. Здесь вот. Всё. И сюда. Так это почему не войдешь? Опасно. Так. Так, вопрос. Электронику ты зачем ты сюда привез, а? Электродетали. Металлические детали. Так. А кто у нас этим занимается? Давайте посмотрим. Где ты просто? Где ты? Это не выйдет специально. Так, ладно, давайте тогда. Все пока они есть за границу, за детали. Так что там нету. Так, электродетали. Электродетали. Видишь? Не Москва. Видишь, это сюда. Механические детали, да. Пока мы не разберемся, почему у нас нет. Так, электроники сюда выйдет, а. Так, да, почему вы не выйдете? Загрузка, а выгрузка. Торговый центр, два. Так. Вы сюда должны водить электронику. Да, вот. Это у нас все. Это хорошо поступает. Вы должны сюда войти. Все.
некоторых слуг должны возить. А вы привозите какую-то электронику. Зачем вы электронику привезли? Металлические детали вы должны возить. Короче, вы благотворите так. Так, назначаем вам заново. Так, те, кто не хранишь электронику. Должен ходить электродетали и металлические детали. Так, а ты электронику где берешь? Электронику ты берешь за границей. Так. Назначаем тебе вот этот вклад. Так. Давайте я назначу этот вклад. На вкладе. И вы выгружаете механические детали и все и отправляете. Так, это вот крытая опора есть. Так, но есть крытая опора, все равно не приводить. И теперь. Так, электронику. Так, ладно. Походу, тут электроника все забила. Ладно, разберемся потом попозже. Что у нас здесь? А, у нас уже здесь. Вот этот участок построили, так, пойдем построить и то. Вот этот участок. Вот так. Так, ну сейчас попробуем, пусть построят, сразу вот этим, наверное, подстроить это. Давайте мы, наверное, сейчас пока у нас строится. Построим коренянку.
нам за палочку. Сейчас попробуем. Если это такое можно здесь построить. Так. Ну да. И назначим нашу контору, которая возит топливо. Разводит. Каким-то еще задание. Вот здесь выгружаться. Выгружаться. Вот на этой. Здесь ты едешь, и также выгрузка. Выгрузка. Да. Вот. И у нас ура, товарищи, мы можем все купить уже сюда. Давайте сюда купим экскаватор. Тяжеловато. Так. Вот. Он сейчас сюда приедет. И мы их можем уже сегодня запустить наш гравийный завод. И теперь сейчас запустит как гравийный завод. Так, сейчас сюда приедет экскаватор. Вот он едет. Так. Сюда уже привозят питьевую воду. Так, ну что? Где ты там едешь? А вот ты все подъедешь, в оптих отдаешь. Ну ничего, у тебя сейчас будет где заправлять, тут топливо есть. Так что, вот, здесь хочешь заправляться. Так, моменты истины. Подъехал дальше. Это кто-то. Сейчас он заправится, и мы проверим. Первый наш гравий сегодня может быть получен уже сегодня. Так, давайте вот так посмотрим. Такого ракурса. Это наш гравийный завод, который мы сегодня построили. Вот, у нас пошел гравий. И теперь давайте... Давайте что сделаем. Здесь да, заполнить. Так. Теперь сюда отправляем рабочих.
Так, указываем. Вот этот провод. Все. А ну-ка сейчас посмотрим, пойдет ли сюда работать. Пока нету рабочих. Подождем. Шахты на завод заработает. Мы сможем отменить закупку грани за границей. Так, ну что? Где рабочие? Все, все. Вот, ты кого не ждешь? Всего один. Один работник всего. Так, ну что? Ну да. Какое это? Вот он, почему любой с работниками. Здесь ты кого взял? Вот, три работника. Три работника увидел. Ну что? Дает это три работника. Что, давайте поговорим, ручно не доехать. Так. Вот. Значит, гармошка видит. Так, ну что, магнитный. Грани у нас пока не обрабатывался, потому что некому работать было. Так, ну что, куда вы пошли? Вау! Ура, товарищи! Сегодня мы смогли запустить наш гранитный завод. И это уже прогресс. Значит, давайте сделаем так. Здесь сколько уже грани? Ну, грани хранится. Так, все. Значит, мы делаем так. Где наши какие-нибудь наши контора? Так. Контора. Нет, строительная контора. Так, снабжает. Вы теперь, товарищи, выбираем у вас большую таможню. Едете вы теперь. Видите, значит, мы убрали вас таможню. Вы теперь, товарищи, едете, чтобы заградиться краем, теперь вы едете сюда. Здесь погружаетесь. Загрузка краем. Да. И выгружает его вон на тот склад пока. Пока другого варианта у нас нету. Что, поедем? Посмотрим, поедут они? Нет, они пока не поедут, потому что их грани хватает. Но, а теперь вы теперь можете поедете вот сюда. Да. Ну что, товарищи? Так.
что мы еще можем делать. Ну давайте подведем итоги, товарищи, потому что серия затянулась. Вот и серию мы закончили с вами. Нашу строительную контору запустили еще одну. Также нам удалось запустить вот этот наш гравийный завод. И мы отказались теперь от гравия импортного производства. Также, что мы еще сделали. Сегодня мы тут, ну, улучшили здесь дорожку. Здесь начали строить по виадука. Возможно, он будет в следующей серии. Мы уже приступим строить нашу радиостанцию. Но это пока не точно. И улучшили здесь дорогу. Ну а на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчики. До новых встреч!